благодарим наших братьев. Брат Виктор, сердечно благодарим вас, брат Даг, брат Скат. Мы вас любим, и мы всегда рады, когда вы у нас. Мы от всей церкви передаем привет брату Вуду. Идем дальше. У нас есть хороший братик Филипп Капустин. Пожалуйста, Филипп, мы тебя приглашаем. Наш Филипп, брат, дорогой, с цветами, как полагается. Нас посещала наша соседка Кристина Манчик. Пожалуйста, Кристина, мы приглашаем тебя. Добро пожаловать. Пройди, пожалуйста. Наш Филипп и Кристина. Сегодня братья совершили обручение, и Филипп и Кристина представлены пред церковью и пред Господом обрученными женихом и невестой. Братья и сестры, дорогая церковь, вы благословляете обручение Филиппа и Кристины? А может, кто-то против? Все за. Филипп, Кристина, все за, да благословит Господь. Поздравляем вас. Пожалуйста, немножко встаньте в сторону. У нас еще есть одна счастливая пара. Нас посещал Роман Романко. Пожалуйста, Роман. Романко. Романко. Пожалуйста, брат Роман, мы тебя приглашаем. Да? Хороший братик, хороший братик. Да, плохие остаются на Исте, хорошие приезжают на Вест. Так, Роман? Мы рады приветствовать, Роман. Благослови тебя Господь. И у нас есть хорошая сестричка Снежана Позднякова. Пожалуйста, Снежана, мы приглашаем тебя. И наша Снежана. Сегодня братья совершили служение, обручение Романа и Снежаны. И они представлены церкви обрученными жених и невеста. Дорогая церковь, вы благословляете обручение Романа и Снежаны? А может, есть кто-то против? Только за. Роман и Снежана, мы только за. Бог да благословит ваше обручение. Да благословит Господь вашу любовь, ваше согласие и ваши добрые желания. Да поможет вам Господь во всем. Филипп и Кристина, также да благословит Господь вашу любовь, ваши добрые желания и поможет вам. Филипп и Кристина, Роман и Снежана, вы только обрученные, жених и невеста. Не муж и жена, а жених и невеста. Поэтому благослови вас Господь, готовьтесь к бракосочетанию, а мы за вас будем молиться. Бог да благословит вас. Братья и сестры, давайте мы за них помолимся Господу. Дивные дела Твои, Господи! Ты любишь нас, Ты любишь детей наших, Ты заботишься о нашей жизни и заботишься о жизни и судьбе, судьбах детей наших.